Надо понимать, что без этих убыточных хозяйств мы запросто можем жить и работать, потому что та часть модернизированного сельского хозяйства, который мы вот так модернизировали, оно дает нам полностью полное потребление внутри молока и на экспорт. Поэтому мы те 20-25% слабых хозяйств, которые у нас еще есть, мы вообще без них можем обойтись в плане производства продукции. Но там же живут наши люди, там же есть почва, земля, которую надо обрабатывать. Поэтому мы не бросаем эти хозяйства, деревни и людей, а поднимаем их наверх. Поэтому я для чего говорю? Для того, чтобы понимали, что нам надо 100% земли, которая находится все в оборотах, поднять. Нам надо создать нормальное производство и, главное, людей. Там же люди, мы же не можем оставить их без внимания. Вот в чем смысл сегодняшних разговоров. Плюс новинка, новое что-то должно быть, новые виды продукции, импортозамещения и так далее. Почему опять мы занимаемся Шкловским районом? Потому что я знаю здесь каждое хозяйство. Поэтому мы спокойно в течение, наверное, 10-12 лет приводим в порядок Шкловский район, но не только его. Мы решили 5 хозяйств объединить здесь и создать экспериментально крупный холдинг. Кирова, Фрунзе, здесь юбилейные, городище и рабочие. Вот их объединили. Просятся и другие в этот холдинг. Но спешить не надо. Надо сначала его выстроить и посмотреть, что получится.